Всем привет! Это видеообзор шампуня фирмы Kiehl's. Я приобрела его в магазине Шиншилка. Я все свои товары приобретаю в магазине Шиншилка. Значит, это шампунь для собак и котов итальянского производства во флаконе 200 мл. Шампунь имеет аромат свежести, такой травянистый запах. Что пишет производитель? Это противозубный шампунь. Его свойства полностью устраняют раздражение и нормализуют состояние кожи. Инструкция по применению: намочить шерсть горячей водой, нанести шампунь и деликатно распределить его. Затем ополоснуть шерсть теплой водой. Вот, собственно, такая инструкция. Сделан в Китайской Народной Республики. Такой шампунь. Спасибо магазину Шиншилка.